Ассаламу алейкум всем осетинам дуан. Огромное спасибо родителям этого осетинца, как хорошего командира и самого порядочного человека, и самого смелого воина, которых я узнал. Спасибо его родителям, что так воспитали. Я застеснялся. И это даже... Ахмад Сила. А вот этот парень у нас, вот этот парень, спасибо, конечно, Рэмбо. Маме будет приятно. А вот этот у нас кадгаронский парень, это действительно, что касается слова воин. Иратама Халапутаква, это будет мощь. Он был ранен в ногу, был контужен тяжелый. Но он не уехал. Он вернулся к нам, подразделение, Рэмбо. Это у нас самый порядочный. Командир хороший, тогда бази тоже нормальные. Спасибо за красивые слова, за мне очень приятно. Мне очень приятно, мне очень приятно, что с тобой познакомился. Мы с ним сначала друг друга не поняли. Да. Поругался, поругались. Под конец командировки у нас все стало ясно. Вот как, что, где. Но вот этот парень меня вообще удивил. Да, я слышал.